Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной тест максимального героя. Я вам показывал, я вторым. Я изначально прокачал Фрэнки и также прокачал Лазулю. И сегодня мы его потестируем. Посмотрим, что он может. Сейчас только изначально мы его немножко подкачаем. Вот такая вот сборочка у нас будет. Посмотрим, что он из себя покажет. Так, сейчас я здесь хочу поменять немножко талантик. Хочу, чтобы мы сегодня потестировали с пактом. Посмотреть, что может герой с максимальным уроном. Ну, практически максимальным. Вот так вот. Такая вот у нас сборка будет. 48 тысяч атаки, в принципе, немало. Жизни 1 300 000, можно было бы, конечно, еще намного больше сделать, но я думаю, нам этого хватит. Так, ну, где применять, вам его показывал, то есть один из самых топовых на сегодня героев. Сейчас мы потестируем его. Ну, ничего так, конечно, он дамажит. Сейчас его, конечно, нифига себе, вы это видели? Просто жесть. Он ушатал. Единственное, посмотрите, Некрос остался еще жив. Офигеть. В общем, Некрос имба. Все, до свидос. Посмотрите, как он с 20-ми героями просто их ушатал. Огник. Без вариантов. Вообще без вариантов. Это было жестко. Единственное, что ему могут не дать включиться, вот такие герои, например, как Стрелок, там Фрэнки. Вот сейчас Смотритель его ушатает, вот видите, все. Пропал. Но если он включится, то это, конечно, торба. Сейчас мы потестируем такую, потом перейдем на оживу обратно. Так, смотрим. Ну, видите, все, смотритель. Против смотрителя и Фрей нет приема. Не вариант. По-моему, у него... Мне это показалось, что там дырка. Сейчас попробуем так, чтобы огника словить. Под скилл. Он просто сметает. Ну, дальше все. Смотритель плюс... В общем, вот так вот он выглядит на максималке. Давайте попробуем сейчас им на подземочку пойти, нашу любимую, посмотреть, что же будет с героями вокруг. Если он, конечно, включится. Не дали ему даже включиться. Сейчас попробуем все-таки словить их. Понятно, что тут надо от стана что-то, ну попробуем в такой именно сборке. Просто не дают включиться. Вот она пошла же, все. Вот это жестко. Посмотрите, вот это называется герой на максималке, который просто там за считанные секунды выносит все. То есть, если там, допустим, в расте у кого-то будет дырка, и его выпустить так, чтобы он там включился, это все. Правда, на английском сервере таких раст нету. Ну вот, есть вроде как. Вот посмотрите, там Бугимен был. Просто нереально. Он залетает, он сразу разносит все.
Так, окей, поехали дальше. Поразвлекаемся, поехали на арену. Конечно, к сожалению, он сейчас... Посмотрите, что он делает с камнем. С половины поля, с центра. Полтора миллиона урон. Просто жесть. Ничего себе. Тут Фрейя, кстати, может его ушатать. Если, конечно, она выживет. Сейчас ему не дадут зарядиться. И Фрейя не пробивает даже. Но смертушки могут не дать зарядиться. И Фрейя, ого, пошла жара. Ну, Фрейя, давай. Не увидела, сколько там смотритель нас восстановил. Ну, думаю, нормально отхил был. Ну вот видите, его самый большой минус, то что он когда срабатывает, он на месте стоит. 2,5 миллиона. Жесть. Интересно. Ох, убился об отражалку. Это называется отражение, когда он убивается до того, как включит свой скилл. Офигеть. Просто обалдеть. Он сейчас, если еще раз... А, и чуть-чуть не хватило, чтобы включиться. Посмотрите, что было. Это просто Unreal. Какой там Анубис? Он и Махатма, и можно, в принципе, с центра проходить. Если они добегут до центра первое, то в таких сборках, в принципе, очень сложно будет ушатать. Но тут сейчас его должны слить, не? Вот видите, смертушка не дает, все. Но это нереально жестко. Честно скажу, столько урона надо выносить, это, конечно, обалдеть. Так, давайте попробуем. Ну, на экспедиции, кстати, им бегать будет очень удобно. Просто кайф. Вот выкидывайте его где-то вот здесь. И уже 50% есть. То есть, по сути, с таким героем, если он зацепится даже на той же самой битве гильдий, то он выносит 50% сразу же. А если он соживает, то он еще передвигаться может. Я уже показывал. Вот смотрите, сейчас здесь. Смотрите, что с базы. 68% герои просто пропали. Единственный вариант, есть еще, то его заблокировать, отражалка. Отражалка у него только работает, если он будет бить. Посмотрите, сразу же минус. Минус 3 героя. То есть какой там дамаг, это просто нереально. Ну, отлично. Так, нету тут где зацепиться. Давайте сейчас попробуем, пусть огник пропадет. Это так, чтобы зацепился. Вот, отлично. Ну, не особо большой урон, я вам скажу. 45% мы вынесли, но я думал, что он огника ушатает. Сейчас тут со стороны ратуши попробуем. 49%. Минус 1. Вот, отлично. Смотрите, раз, два, три.
Вот видите, смотритель может и фрей еще. Вот это единственный вариант. Все. Сейчас тут должна фрей его затащить, по идее. Без проблем. Ну, еще огник. Все, больше остальные герои. Лазуля на лазулю как бы не особо интересно. Ну, тут огник тоже этот затащит. Вот так вот. Слилась наша имба. Так, окей, здесь показал. Поехали на забытую. Тут самый сок сейчас будет. Давайте тут седну поставим. Поставим его одного по центру. Ну, я надеюсь, тут сейчас будут противники у нас со второй эволюцией. Вот, кстати, еще вариант. Смотритель может его блочить. То есть с такой сборкой, сейчас посмотрим, сольемся, переключимся на оживу. С оживой, хотя и с оживой, в принципе, тоже его заблочат и сольют быстро, если там будет фрей. Это один герой против пяти. Ой, блин, жалко, вот против этой пачки было бы интересно посмотреть. Ну, мохнатка, давай. Посмотрите, что мохнатка делает. Это просто нереальный герой. Так, успеют заблочить? Наверное, не успеют даже подойти. Ух ты, жесть. От Асуры, считайте, сразу половина хп улетела. За счет его урона. Ну, интересно. Две бабульки. Ну, моя бабуля круче. Вот так вот. Видите, заблочили, выбили. Бабашка выносит отлично с руки. Процентуально. Ну что себе, это у него что, типа заявка на победу? Мохнатка, давай. Вот смотрите, лазуля еще один. Просто стычки. Блин, какого-то бы огника встретить хотелось бы. О, отлично. Смотрим. Ну, вот два героя, вот по сути два героя, которые могут его ушатать сейчас с плюшки просто вот, о чем я говорил. И то он по половине просадил их. Если бы он второй раз включился, думаю, он бы их и затащил. Но, к сожалению, как видите... Нереально крутой урон у него. Ну вот так вот, ну не знаю, у меня в принципе, он и так был классным героем, но тут конечно с пактом он шатает всех, все и вся, единственное герой еще с ограничением там могут что-то сделать.
А так, посмотрите, что он делает. Ну, просто нереально. Здания там есть прокачки, у них нету прокачки. Это все фигня. Просто влетает, особенно если раз такая-то типа Христом. Либо что-то типа этого. Если ему поближе подойти. Вот смотрите, раз, два, и все, его слили. Смотритель все-таки зеленый, очень-очень неплох. На дефе. Потому что блокирует, восстанавливает. Вот видите, какой минус такой сборки. Хотя, в принципе, любая сборка тут без, ну, как бы не особо есть разница, какой будет талант. Если смотр заблокирует Фрея, Фрея, конечно же, добьет. Вот то же самое. Мой заблокировал, но меня там слили уже. Такс. Давайте посмотрим, или есть лабиринт сегодня. Отлично, есть лабиринт. Вот тут я на первом этаже сейчас попытаюсь вон так по берегу добраться до максимума, показать его. Мне дали включиться. Прикольно. То есть во время действия его магии герои просто слабенькие ушатываются. Вот есть разница космо, автопрокер и дальнего, ну, то есть автопрокер. Если бы этот был тоже автопрокером, это было бы реально жестко. Тогда бы точно к базе никто не подошел. Ронин и Фрей остались. Еще минус то, что он не бьет во время срабатывания своего скилла. Если бы он еще бил, это вообще было бы офигенно просто. О, отлично. Сейчас смотрите, как его сольет. Раз и все. Без вариантов даже. Вот пачка тоже. Двадцатые только. Вот так вот. Такой вот герой. Не знаю, пишите в комментах, что вы думаете. Ну, блин, герой один из топовых на сегодня. Реально, если он у вас есть, то он будет вот такое вот чудить на вражеских базах. Сейчас дойдет дальше. Если включится, вообще будет огонь. Смотрите, что там Ронин чудит. В общем, Ронин тащит. Просто ушатал. Все, пишите комменты, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.